Инициатором проведения акции «Дорога в школу» еще в 2001 году выступила именно Кустанайская область. Спустя 7 лет она стала проводиться уже по всей республике. Ежегодно накануне старта акции в регионах формируются оргкомитеты, которые создают базу данных детей, нуждающихся в помощи. Они же занимаются и поиском спонсоров. К слову, руководитель управления образования отметила, что меценатов с каждым годом становится все больше. Это и представители крупных предприятий, и обычные. Тройки лидеров стали оргкомитеты города Кустаная, который организовал помощь 1081 ребенку с привлечением порядка 8,5 миллионов тенге. Оргкомитеты Аулюкольского района 512 детям на сумму свыше 5 миллионов тенге. Джетигоринского района 513 детям на сумму свыше 4 миллионов тенге. За последние 3 года, благодаря поддержке кустанайцев, в школу с новыми рюкзаками, в новой форме и с набором всей необходимой канцелярии смогли пойти 26 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей. Я сам послезавтра, 2 числа, приглашаю 3 детей, как и в прошлом году. Это вот Погорелова Азиза, Байдаулетов Темирлан и Ниталиева Карина. Вручу им школьную форму, нужный инвентарь и необходимую помощь. Глава региона поручил акимам городов и районов, которые, кстати, посредством видеосвязи присутствовали на сегодняшнем совещании, взять на личный контроль акцию «Дорога в школу» и по возможности вовлечь в меценатство как можно больше бизнесменов. Алексей Басарнов, Елена Щегельская, РТН.